Челябинске сегодня запустили первый городской экспресс. Теперь по областному центру будут курсировать 3 новых рельсовых автобуса, способных перевозить до 180 пассажиров каждый. 11.01 М335, разрешаю проследовать запрещающие показания. Новенький рельсовый автобус машинисту Николаю Баранникову пришелся по душе. 4 пневмоподушки стоят. Вон на воздушной подушке автобус это находится. Рельсовый автобус пришелся по душе дубницам. Нам удалось побеседовать и с машинистом из Лобни. В целом он доволен качеством рельсового автобуса. Правда, есть небольшие замечания. Ну, не то, что дума доводить, а смысл в том, что, конечно, какие-то могут быть и новшества еще, но, в принципе, есть в поле для деятельности. А вот молодой человек добавил бы еще ко всему музыку в салоне и с удовольствием оставил бы бесплатный проезд. Нравится, нормально. Согласен деньги платить за него? Нет, буду бесплатно всегда ездить. Ты всегда бесплатно ездишь? Ну, стараюсь, да. This is really a coordination relaxer. Тот вагон, который вы видите сейчас, заказал Воронеж. Второй образец уже записан за Калининградом. Однако эти города, да и Дубна, если все-таки решит приобрести рельсовый автобус, смогут купить их не раньше лета. Сейчас еще не завершен полный цикл испытаний. И лишь к лету Демиховский завод получит лицензию и начнет серийный выпуск этих вагонов. Выходите. Увидят, так увидят.